ускоряет движение. Вот усики стали. Откормились. Бля, засунула куда? Ты посмотри, засунула между... Хоть бы не лопнул-то. Между стеной? Бы... Ну, все достала. Между стеной и лестницей. Не, он, Филя. Это Филя, это он. Хоть бы не лопнул он этот мячик, ступает, ага. Ногой давит. Ну, вот так вот у них не один мяч уже был разорван. Ну, надо им носить и носить. Ну. Видите, как они балдеют с этим мячиком? Очень любят мяч. Угу. Я за другим тоже наблюдала. У них другой был мяч. Ой, ну ты посмотри. Ну, ага. И кататься, и между ног держать, да. И играться. Ой, какой довольный. Ой, мячик какой. Какую радость вы принесли ему. Ой, какой любимый мячик. Смотрит. Они же в цвете видят, не знаете? Не знаю. Здесь интересный персонаж. По-моему, они в цвете видят. Не знаю. Но если этого определяют, работают над этим. Это что это такое за игра? А что он делал? Я не видела. На Люсю смотрела. Перед тобой, видишь, что делает? Ее Люся зовут. Люся зовут. А с мячиком, который играется, Филя. Филя? Вот, видишь, как она пришла. Позови. Поиграй. Рукавички помаши. Рукавичкой яркой, рукавичкой. Я тебе не нравлюсь. Явно. Смотри, какая Люся. Описила мяч. Филя. Что такое? Филя. Обновила мячик. Теперь мой будет. Скажет. Раз пописила, значит мой. Да, пописила весь мячик. Ты че съела? Обезьяну. Филя. Да ее обезьянка.